В русском языке очень важно правильно ставить ударение. Например, апостроф, афиняне, воловой, заперся, знаменье. Иконопись, кожух, креняться, кровоточить, мытарство, обеспечение. Откупорить, плодоносить, пломбировать, побосенка, предвосхитить, предвосхищенный. Примированный. Разница. Рассредоточение. Сковородам. Сосредоточение. Танцовщица. Фетиш. Асимметрия, дремота, мельком, намерение, облегчить, осведомить, откупорить. Примировать. Санитария. Созыв. Феномен. Черпать. Искра. Пуловер. Квартал. Кладовая. Реквием. Ханжество. Эксперт. Эпиграф. Уполномочивать. Утрировать. Таинство.